Приветствую, друзья! С вами на связи Назаренко Наталья, и сегодня будем готовить бычки в томате. Получается очень-очень-очень вкусный. А вы пока подписывайтесь на мой канал, чтобы оставаться с нами. Для этого рецепта нам понадобится всего лишь три ингредиента. Лук, бычки и томатная паста. Лук необходимо нарезать нам и прожарить его до золотистого цвета. Томатную пасту мы смешиваем водой в пропорции 1 к 4 и ставим парить. Бычки промыли, просушили, смешиваем с мукой и будем их жарить. Я их не солю, просто хорошо все перемешиваю и вжарю на сковородке. Выкладываю вот так вот такими порциями, прожарю с двух сторон золотистого цвета и выкладываю, чтобы они остались. Смотрите, как прожарился у нас лук. Смешиваем его с томатной пастой, добавляем соль и специи туда. Все хорошо перемешиваем. Ингредиенты должны быть все холодные. Слаживаем их в пропорции 49% до 51%, 49% заливки и 51% томат. Все закручиваем в банки, крышки предварительно распариваем. И будем слаживать в автоклав. Слаживаем в автоклав, заливаем водой, закручиваем шайбами и будем устанавливать режим. Накачиваем давление 1,5 бара, спускаем до 1, устанавливаем время 30 минут и температуру 105 градусов. Начинается процесс автоклавирования. Ждем, пока не закончится он, сам автомат отключается, и все вынимаем с розетки и ждем, пока он остынет. Получается результат неимоверно вкусный. За счет подливки рыба очень получается вкусная. И вообще, я не могу вам передать. И советую очень попробовать этот рецепт. А если вы еще не подписались на мой канал, подписаться. Всем удачи и хорошего настроения.